чтобы быстро бегать, прыгать и кататься на скейтборде, пусть даже и таким необычным способом, нужно быть ловким и выносливым. И вредные привычки в этом деле не помощники, а лучший способ донести это до детей и показать, что есть альтернативные, более веселые и полезные занятия. Курить — это плохо, потому что ты можешь умереть быстро. Спорт — это хорошо, здоровый образ жизни. А если ты будешь курить, то у тебя здоровье становится хуже. Когда куришь, у тебя легкие забиты. Ты когда бежишь и плохо дышишь. Когда не куришь и не пьешь, и дышится легко, и бежится быстро. Простая истина, вполне понятная этим детям, но рисков исключать нельзя. Поэтому областной образовательно-оздоровительный центр спорта и туризма на протяжении всего года проводит различные профилактические мероприятия, кульминацией которых становятся вот такие спортивные праздники. Стараемся на наш праздник приглашать детей с интернатов. Это категория людей, как вы знаете, сильно подвержен всяким пагубным явлениям. И вот, привлекая к спорту, через это мы пропагандируем здоровый образ жизни. Всероссийская акция «Спорт. Альтернатива пагубным привычкам» проводится уже в 11-й раз. В этом году в Липецкой области в нее вовлечены около 50 тысяч человек. В образовательных учреждениях региона организуют целый ряд конкурсов, не только спортивных, но и творческих. Дети рисуют плакаты, пишут стихи, эссе, а лучшие работы затем отправляются в Министерство образования. Основной массой лиц, которые начинают употреблять наркотики, являются именно подростки. И, к сожалению, наркомания только молодеет. Такие мероприятия настраивают детей на немножечко другой, альтернативный лад, что есть что-то более здоровое и более полезное. Победителей и участников спортивного праздника ждали грамоты, медали и вот такие симпатичные бейсболки. Лишнее напоминание того, что их выбор остается единственным и бесповоротным.